Итак, друзья, суперфинал начинается. Аплодируем командам и ждем от них жарких боев. Начнется гранд-финал. Команда Dignitas изначально ведет в счете в этом суперфинале 1-0, так как они не проигрывали на чемпионате. Первая карта к степи. Кроме трех подсветов ничего не произошло. Вот настолько эти степи. Первая карта в ничью, счет остается 1-0. И мы переходим быстренько на Химмельсдорф. А вот шутер сейчас также в засвете, но и мы видим, что ESC-то играют пока что первым номером. Неплохо, Камаек, БСКЗ выходит, Повел, 708, будут добирать или нет, Люцик ушел, он шотный, но он даже но не закроет Повела. Но это 50-100, здесь 100 подцелится, не надо, выехал, дал прострел, получает Люцик еще раз, неплохо, ESC начинают. Бак повредили, вот Бест, это Повел. Получает урон, Повел, ваншотный остается, Бест на гусли, отходит обратно, Камаек прикрывает. Бест ваншотный тоже ушел, еле живой просто с этой позиции, ну и продолжается драка, есть минус. Минус Арклид, Арклид очень долго жил, шутер спрячется, Мериториус и Спаджа выезжают за слайдом. Камаека забрали, в ответочку успели отыграть один танк, 4 в 4 ситуации, я захват идет, на самом деле очень быстро от сталкера. Мало времени, забирают пауэрслайда, нужно вернуться, самое время сбить захват базы, а некер. 3 секунды, 2, 1. Не успевает Т1, база захвачена, Т-шка просто не успела вернуться захват базы, вот она видит. Вот он, Оберс, поздно, чуть-чуть. Поздно. Не хватило буквально 3-4 секунд для того, чтобы в гусеницу сбить. 2-0, Химмельсдорф за Dignitas. И им остается выиграть две карты. Третья карта, Монастырь. Ну что же, пока все тихо, 5 минут, 10 секунд до конца Монастыря, и тут опять абсолютно спокойно играть. Опа, какой, как этот засвет сработал. Как все напряжен. Как этот засвет сработал, шутерса подсвечивают, посмотри, как он съезжает с Монастыря в этот момент. Это Т1 дает подсвет. Ну да, это понятно, что Т1, и тут понятно, смело могут драться. Сейчас Dignitas, что Камаек, они делают? Камаек, 300 хп, представляю сразу, получают спанжерок, пытаются выходить обратно, команда ESN. Но... Люцик просел, хорошо добрали Люцика, молодчаги. Ой-ой-ой, 4 в 4 ситуация. Амарли, Амарли может делать минус 2, Бест пытается закрыть, не смог закрыть. 69-ку. Еще помню, что есть там Power Slide, вот он появился, получил шот, но у него барабан-то полный, он сейчас даст жару здесь половине игроков. Еще и не полностью отработали барабаны команды ESC, еще есть некоторые заряженные танки, так что вот так вот просто выезжать не получится, но захват базы начинается. Фортрана увидели, хотят минуснуть вражеского Т1, да, Фортран забирает Арклид, хорошо. Возвращаемся в горы, здесь драка продолжается. Тут получает поверслайд еще раз, остается ваншотный. Да, шутер. Рино 700, вот именно Рину может сейчас очень много решить. Я смотрю, шутер уже вернулся и повоевать успел очень неплохо. Забирают Камаека. Ой-ой-ой, теперь еще и захват базы начинается от команды Dignitas. Шутер выезжает за Маром Ли. Можно забрать. Прострел, промах. Да ладно. 69-ка. Сотка отступают. 78, БСКЗ, там и слайда можно забрать, попробовать. БСКЗ получает шот, Амар упал вниз, не ушел. Не хватило, блин, Амар молодец. Амар ушел в реку просто по воде. Там, кстати, спонжерок тоже есть. Я не знаю, даст ли он минус по Амару Ли, который там на скале. Но, видимо, не хочет спонжерок. БС получает урон, Повел делает минус. Повел может брать шутерса, да, он заберет шутерса. Отлично. Остается спонжерок, но в любом случае мы понимаем, что это 3-0. Все, даже не стоит вернуться на базу. Это однозначно 3-0. Следующая карта может стать последней. Руинберг. Такая плотная драка начинается. Ой, чувствую, нужно... Получает Камаек, поверслайд. Поверслайд еще раз получает. Дважды получил поверслайд. Сталкер в засвете. Сталкер на это не пытается ворваться. И тут выезжает Амарли. Получает спанжерок. Поверслайд выезжает, промах. Сталкер получает от Т1. Пытается брать оберстат. 6,5 хп. Оберс первый на КД, но он не будет выезжать, не будет рисковать. Амарли получает 3, 200 хп, 9 хп у Амарли. Забрали Амара. Спанжерок, ваншотный, можно забрать. Сейчас отыграть быстро танк. Шутерс получает в горе, там Люцик и Сталкер атакуют. Все, забрали. Минус спанжерок, минус Сталкер на Т1. Оберс против Рино, также БСКЗ здесь есть. Рина можно забрать, сейчас БСКЗ должен забрать. Да, красавчик, как неплохо отыграли. Впереди ЕСЦ по технике, 4 в 3 по 8 левелам. БСКЗ на фокусе, видимо, его будут забирать. 210. Беста должен слайд добирать, просто выезжает, делает минус, ломает забор. Но! Поверслайд должен наступать. 69-ки-то, наверное, заряжены. Сейчас 2 приезжают. С тобой минус поверслайд, минус поверслайд. Ситуация 3-2. Это еще, по-моему, не конец финала. Люцика поймали. Дали шот. 211. Повел. Здесь и Камаек. Получает Мериториус. Получает Повел. Два ваншота. Люцик и Повел. 8 кп у Повела. Повел пошел. Читает ситуацию. Смотрим. А тут Шутерс появился. Вот так он прикрывает Камаека, который уже, можно сказать, ушел на КД. Шутерс теперь выезжает просто на Люцика. Делает минус Люцик. Остается один дайвер.
На Т1. И поздравляем, в принципе, что можно сказать. Первая карта за ребятами из ЕСС. Счет становится 3-1. Пятая карта этого суперфинала – Утес. Даже перестрелки нет. Смотри, как аккуратно играют Утес. Первый раз такое вижу. Ну и времени все меньше и меньше у ЕСМ на победу в этом раунде. Получается, Панчерок снова в маску. Поверслайд не пробивает. Получается, Поверслайд урон от Панчерка, и Панчерок уезжает обратно. Так, ух ты, Камаек, Мериториус здесь. Камаек выезжает, лютый Поверслайд на гусле. Поверслайд вообще 355 остается. Панчерок должен наглеть, просто врываться сейчас. Минус Поверслайд, отлично, есть 8 очков. Есть можно. 8, но нужно продолжать. Амарли получает урон, там барабанщики почти разряжены у команды. Амар, 154 хп, минус Амарли, вот что выдают ЕСЦ, 5-3 по восьмеркам, ну Рино, что? Шутерс получает урон, при этом Рино не отстреливается, Шутерс на перезарядке еще, забирают Рино, это два танка, Повел и Люцик. БСКЗ выезжает, забирает Люцика, вот от Люцика уже точно не будет, Повел в Камаека, здесь еще забор мешает, но в любом случае просто задавили просто... моментально. Счет 3-2, карта Энск. 4 из 3, 50-100, вот это да, ЕСЦ будут давить сейчас, просто. На самом деле, я этот стаб рассчитывал увидеть от команды Team Dignitas. То, что будет происходить сейчас, это либо все, либо ничего. 7 минут 30 секунд до окончания Энска. И пока не форсируют события ЕСЦ, такую тактическую паузу пока что выбрали парни. Так, вот все правильно, вот нужный двор давят сейчас ЕСЦ. Получает мериторис прострел от Поверслайда. Рикошет, получает Херсон Гуслю. В это время драка и на другом фланге. Вроде бы там шутер Шорок получает. Ну что, додавит Спанжерок. Поверслайд ваншоты, ваншоты Поверслайд. Шутерс получает урон. Против Рино, один в один. Шутерс забрали Павера. Забрали, правило 8 очков. Шутерса в ответ забрали. Спанжерка. Спанжерка забрал Повел. И как сразу же ответ в два танка. Ну нужно что-то делать. 3-4 по восьмеркам. Ну очень сложно. Рино выезжает. Минус. Забрали. Амаек и БС остаются вдвоем. Ну, по-моему, не получилось. По-моему, БС хорошо, без повреждений. Шот идет дальше, да будет пытаться... Можно забирать Арклита. Заберет, наверное. Должен делать. Забрал. Пинус. Вообще, что происходит? 3 в 2. Камаек получает урон от Повела. Повел получает урон от Камаека сразу же. Следя друг за другом. Преимущество в один танк можно сейчас спокойно реализовать. С трех сторон зажать. Камаек получает урон. Все, заезжает Люцик с фланга. Хорошо на гусле. Получает на гуслю. Бест еще раз дает. Можно брать забрать. Забрал. Забирать. Выезжает Рино. Бест не ролит максимальный дамаг. Повел делает минус. 16 хп. Фортрана. КД, да. Сталкер. Да, забрать сталкер. Сталкера. Забрал. Есть минус. Минус Камаек. Один фортран. Все, один фортран, это означает, что Dignitas становится чемпионами World Cyber Games Украины 2013. Именно эта команда будет в Китае защищать честь украинского флага. Аплодисменты Dignitas! Нам сегодня было тяжело, противники были достойны, но в конце концов мы все-таки справились с волнением и нашими эмоциями и поедем представлять Украину в Китай.